что, ребята, есть ли контакт? Привет! Ветер добрый. Интересно посмотреть на тебя без макияжа. А зачем? Мужья я вас не возьму. Детей крестить нам не придется. Привет, красотка! Привет! Привет, мои дорогие! Как дела? Дела супер! Я единственное не понимаю, что случилось с погодой и вообще куда трансформировался у нас февраль. Что это происходит вообще? Я просто настолько заморожена, у нас тротуары, что я чуть шею себе не свернула, честно говоря, пока до машины шла, поэтому я в шоке! Во сколько ложишься спать? К сожалению, спать я ложусь достаточно поздно, около часа или двух ночи, приблизительно в среднем. Но это очень плохо, нужно делать как минимум до 11. Очень красивая, спасибо большое. Как делаешь макияж? Я не знаю, у меня нет какой-то определенной своей техники. Кстати, YouTube очень прикольно помогает вообще в этом деле, поэтому ну, рука у меня действительно уже набита давно. Ты такая прелесть. Спасибо. Мне очень приятно. Как быстро похудеть? Ну вот по поводу быстро, ничего не могу вам сказать, если только быстро совсем не кушать, но это очень плохо. Очень плохо. Лучше это делать постепенно, переходить на правильное питание. Если любите спорт, заниматься спортом, что очень хорошо. Я вот, допустим, очень ленивая попа, и иногда я себя просто заставляю. Пользуешься кокосовым маслом для тела? К сожалению, нет, но очень хочу попробовать сенбат, но его прям дико раскупают вообще, и вот никак не успеваю до него добраться. Увидимся с какой целью? Так, много ли я вопросов, ребят, пропускаю? Вот минус прямого эфира то, что вопросы смешиваются с моментом, когда вы присоединяетесь. Я могу их пропускать. Ой, спасибо за сердечки. Кто там так прям сейчас бомбанул мощно? Спасибо. Ой, клево, блин, эти разноцветные. Что за блеск на губах? Блеск на губах у меня Кика. В качестве подложки карандаш NYX трюфель. Вообще офигенный просто. Я даже не ожидала, что он такой крутой. Вова! Я уже начала скучать. Как твои дела на сегодняшний день, Вова? Расскажи мне. Кстати, очень, девочки, советую вам попробовать вот этот карандаш. На самом деле его очень быстро сметают с полок, но он очень достойный, правда. Такой оттенок, который, мне кажется, подойдет и брюнеткам, и блондинкам. Его можно делать и светлее, и темнее. То есть он прекрасно растушевывается. Это прям вот огнище. Шикарно! Да ты ж мой пупсик. Какая песенка старенькая на новый лад. Сама делаешь мейк? Да, сама делаю мейк. Кстати, я в Кика вот тоже прикупила сегодня, как-то вот забрела, очень крутые тени, безумные просто. А стрелки, карандаш или подводка? И карандаш, и подводка. Сначала подводка, сверху чуть-чуть подтушевываю темно-коричневым, чтобы это было прям вот не совсем четко. Так,
Давай по видео пообщаем. Блин, спасибо за сердечки. Извините за мои эмоции. Мне так приятно, правда. Они такие красивые. Так, давай по видео пообщаемся. Артём 2495. Артём, общайтесь со мной в прямом эфире, если хотите. Со связью все хорошо? Давайте, дежурный вопросик. Куда же без него? Нет, действительно, у меня просто, пока я общалась вчера с вами в прямом эфире, у меня резко закончился трафик интернета. И я вот это вот такое, знаете, нежданчиком просто от вас пропала. Так что извиняйте. Так, все, ребята. Сидит там моя девочка. Сидит. А разговаривает. Так, все, я с вами прощаюсь. Да. Помчали мы. Так, давайте, ладно, последний вопрос. Так, привет из Владимира. Владимир, огромный вообще привет. Прям я дико соскучилась. Я надеюсь, что на этой неделе, на этой, да, я приеду к вам. Я очень скучаю, правда. Все, я вас всех целую, обнимаю. Пока.